Так называемые «олимпийские коттеджи». Их продажа началась в 2015-м. До февраля нынешнего года уже продано 162 дома с участками. Ранее Департамент имущественных отношений администрации Сочи проводил классические торги, где требовалось присутствие участников для подачи заявок и при проведении торгов, что было не очень удобно, например, покупателям из отдаленных регионов. Людям из Калининграда, Владивостока, Хабаровска и прочих городов, которые участвовали и побеждали у нас, приходилось ездить несколько раз. Они приезжали на сдачу заявки, затем они приезжали на сами торги и потом приезжали только на заключение договора. Сейчас для людей со всей России фактически будет неоспоримое преимущество, как я сказал, сидя на диване, один раз приехать за получением товара. Такую возможность потенциальные покупатели получили благодаря электронным торгам. Площадку Сочи запустил первым в крае для того, чтобы торги были более эффективными, а главное – прозрачными. Александр Дроздов присмотрел для себя дом в Адлере. Он будет одним из первых участников такого онлайн-аукциона. Я считаю, это только плюсы в плане того, что, во-первых, сейчас 21-й цифровой век. То есть у нас все в электронном виде, да, то есть это раз, то есть это дистанционно, не нужно к ним туда идти, не нужно собирать вот эти вот конверты, нести им туда эти приложения, участвовать, карточки поднимать. То есть это очень удобно. Первый шаг – это получение электронной подписи. Ее могут получить как физические, так и юридические лица. Нужно собрать пакет документов и обратиться в один из 15 центров ее оформления. Что касается изготовления электронно-цифровой подписи, в среднем она изготавливается за один рабочий день. Вы приходите, единоразово мы берем у вас все документы, при вас заполняем заявление и доверенность. На следующий день вы приходите, и мы вам на такой флешечке, на нашей фирменной, отдаем вашу ЭЦП с инструкцией по ее установке у себя на компьютере. Сообщение об электронных торгах можно найти на портале торги.gov.ru и на официальном сайте администрации Сочи. Прием заявок на участие в аукционе по продаже олимпийских коттеджей уже стартовал. Он продлится до 30 апреля. Сам аукцион пройдет 10 мая. На торги выставлен 41 дом площадью до 360 квадратных метров. Цена от 5,5 до 45 миллионов рублей. Инга Габеша, Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.